Jiva Award была учреждена в 2012 году по инициативе стран-участниц форума славянских культур. Цель конкурса – выявление и поддержка музейных проектов на территории Восточной Европы, а также передача опыта в сфере музейной деятельности. Пришло письмо о том, что мы попали в список тех музеев, которые приезжают смотреть судейство славянское. Вот. И в том числе к нам, мы являемся 5-м музеем, и судья из Словении, вот Каролина Здравич, приехала сегодня осматривать наш музей. Судейская комиссия посетила несколько музейных комплексов на территории России. Музей крестьянского быта в Горках оказался завершающим пунктом поездки. Судьи из Словении рассказали историю его создания и показали инфраструктуру выставочного комплекса. Музей представляет собой образец типичного для Подмосковья крестьянского подворья конца 19-го – начала 20 веков. Сейчас для школьников здесь регулярно проводятся экскурсии и мастер-классы. На этот раз ребята из горкинской школы учились самостоятельно делать куклы-обереги по старой русской традиции. По окончании занятия им были вручены именные свидетельства. То, что вы у нас были в гостях, прослушали курс учения крестьянского быта, научились носить воду, научились доставать, ставить в печку горшки, чугуны, котлы, да, ложкой работать. Да, ребят? Вот, можно сказать, за это мы вам вручаем вот такие свидетельства. После осмотра экспозиции Каролина Здравич отметила, что музей очень хорошо показывает связь между городом и деревней и отражает историю развития жизни крестьян в контексте истории страны. По ее мнению, без знания о нашем прошлом мы не поймем всей сути настоящего. Русская культура так сильно укоренилась в очень специфичной славянской душе, что стала одной из ее основ. И это проявляется во всех областях искусства – в литературе, в зодчестве, в изобразительном искусстве. Каролина также отметила, что премия «Жива» больше похожа не на конкурс названия лучшего музея, а на фестиваль, где выявляют музеи славянской направленности, обладающие большим потенциалом, чтобы самые креативные и инновационные из них стали известны на международном уровне. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».